И всем привет, дорогие подписчики, любители моего канала. И, друзья, я сейчас приготовил камеру, потеряли чего? Для того, чтобы одна ночь длится хоть тут. И каких с чем-то. И, ладно, вот. 8 минут. Вы понимаете? 8. Это, я не знаю, очень долго. Ну, как пахнет, один, честно. Все, я поставил таймер. Все, пошли. Я пока что подготовил камеру, как надо. Hey, so it's night 3. That's amazing. The place is in order and nothing is broken nor damaged. Most people don't actually last this long. Well, you know, I mean that they tend to like move on to other things right now. I'm not saying that they died or anything. That's exactly not what I meant. But there was one time where an employee actually took a night shift for you. He was a bit more crazy than the other ones. One time he brought the hammer to work and, well, he hit MassPass with it. That explains why he's more glitchy and broken than the others. Anyways, it's night 3, so as usual, the animatronics are more active. Okay, уже? Anvil is now active. Вообще-то час, я не знаю, сколько здесь длится. Один час и 1:30 минут. По-моему, 1:30 секунд. Я просто уже вот видишь, что она 1:30 секунд. Короче, уже 1 час, это означает, что 1:20 секунд сейчас. Это кто? Друзья, вы скажете, что это такое вообще? Уже 2 минуты прошло уже. Ладно, это не важно. Уже 2 минуты. Уже практически полночи, я уже прошу, ну, практически. Все, друзья, половину ночи уже, половину ночи, друзья, практически затащил. Ну, 4 минуты, сейчас ночи идет. Постоянное напряжение, вот, страшно, сейчас вот, даже не ушел. Уже 4, я уже полночи дотащил.
смотря по телефону, я уже полную ночь, но это начнется. Не добавляем вас в ребенку, что я все услышу. Могу сказать, у меня все хорошо. Уже мне осталось 3 минуты, прошу. С чем-то. А, отлично! Отлично! Что реально? Если ты опять его ПК, что поставить церковь, вы знаете, какой это большой риск? Я рискну, вы знаете как? Как сильно! Я рискну, да. Ну ничего, 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 да, если мне уже мне осталось даже 4 минуты протянуть. Или 4. Я уже там. О, ладно. Уже посмотрел, уже 6 минута ночи сейчас, примерно я вижу. Говоря, вот хамма тут стоит. Вы знаете, что делаем. Свободно открываем дверь. Я не знаю. Почему вы не подумаете, когда тебя убить? Во-вторых, сейчас уже 6 минута, вы тоже не готовы. Потому что уже 29%. Вы это все так? Сейчас смотрю на таймер. У меня уже 6:24 минуты. Могу еще быть. Ну, короче, друзья. Нереально, сейчас могу это. Ну, если будет главное, что удача. Полезу по мне. Нужно это поехать. Все, смотрите, уже. Это жалко минуту осталось протянуть. Все, друзья, я уже буду уже ориентироваться по таймеру. Не просто какие-то так, хотя я буду уже ориентироваться по таймеру. Какой сейчас час? Ну а? Видно, что... по таймеру. Теперь я уже буду все эти серии уже ориентироваться по своему таймеру. Вы понимаете, блядь, что такое? Я думал, что я уже труп отхамлила. Ладно, давайте все-таки прощаться. Если вам понравилось данное видео, то поддержите его либо лайком, либо дизлайком. Далее подпишитесь на канал, чтобы на эту красную кнопку подписаться и включите уведомления, чтобы никогда не пропускать новые видео об этом обороте. Все, друзья, вот. Удачи всем, пока-пока, до новых встреч в следующем ролике, пока-пока!